Приморському районі, в самому серці міста Одеси, відкрилася нова громадська приймальня Української морської партії Сергія Ківалова. Приймальня розташовується за адресою вулиця Преображенська, 27. Відвідав урочисте відкриття та познайомив одеситів з командою Приморської організації «Лідер Української морської партії», почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Ківалов. Друзья, мы идем с социальной программой, мы идем на выборы для того, чтобы поддержать каждого одессита. И мы показываем, что мы можем реально и что мы сделали. Вот вы знаете, за 25 лет то, что мы строим в нашем городе, оно видно. Мы в нашу команду собрали настоящих специалистов, людей, которые ценят и уважают наш город, город-герой Одесса. Вы знаете, я хочу сказать, что здесь все патриоты. Патриоты, которые, наверное, любят свой город и не собираются никуда уехать. Відтепер у новій приймальні Приморської районної організації Української морської партії Сергія Ківалова жителі району зможуть отримувати безкоштовні юридичні консультації, здавати тести на виявлення антитіл до коронавірусу, отримати імунні паспорти одеситів та стати учасниками багатьох інших соціальних програм. Я вам хочу сказать, что Приморский район очень важен для Одессы в целом. И жители Приморского района, нужно объективно это сказать, они сегодня очень ущемлены. Потому что Приморский район – это визитная карточка города Одессы. Если мы с вами пройдемся по дворам, по улицам, мы увидим, в каком ужасном состоянии находится. У нас рушатся дома, у нас горят дома, у нас очень много проблем и бездействия со стороны городских властей, бездействия со стороны властей Украины, оно очень плохо отражается на благо состояние наших граждан. Я хочу особо подчеркнуть, что Украинская морская партия Сергея Ківалова – это одесская партия. И это партия, которая главный ее офис находится в городе Одессе. Поэтому для нас очень важно сегодня реализовывать все права одесситов и помогать одесситам. Этим мы занимаемся. Представництво Української морської партії в Приморському районі значно посилюється. Лідер політичної сили вручив партійні квитки новим членам команди. Представник Української морської партії в Приморському районі Одеси Костянтин Громовенко за сумісництвом ректор Міжнародного гуманітарного університету, заслужений юрист України, стверджує, що може почути та допомогти кожному мешканцю району. Я хочу сказать, что наличие университета, наличие школы – это и имиджевые проекты, потому что гости города, которые сегодня сюда приезжают, они могут прийти и посмотреть, что действительно мы строим, мы развиваемся. Я вам хочу сказать, что это очень сильная, амбициозная и, самое главное, команда, у которой уже есть практические результаты. Здесь представлены и управленцы в сфере образования, здесь представлены специалисты в сфере медицины. Также у нас, вы знаете, есть в команде Георгий Викторович Делиев, именно в 6-м округе Приморского района он баллотируется, и одесситы его очень любят. Он давно работает на благо города Одессы. Актор, музикант, художній керівник театру «Маски-шоу», заслужений артист України Георгій Ділієв йде на місцеві вибори разом з політичною силою Української морської партії Сергія Ківалова. Він стверджує, що підтримує програму партії та підтримує кандидатуру лідера Української морської партії Сергія Ківалова на посаду мера міста Одеси. Я ощущаю себя очень комфортно в этой команде, потому что это великолепные педагоги, все специалисты высокого класса. Все являются членами Украинской морской партии Сергея Ківалова. Вообще, сама программа, идеи морской партии, они полностью соответствуют каким-то моим принципам духовным, моральным. Здесь нет никакого противоречия. То, что Сергей Васильевич говорит, это все не пустые слова, это реальные дела. Потому что он и его команда, это же создавали собственноручно, они же не пользовались какими-то там бюджетными средствами, это не досталось по наследству. Это вот то, что, как говорится, наш, это не посильным трудом, но это все остается здесь, в Одессе. Поэтому я верю, что, конечно, с такой командой можно усилить Одессу и экономически, и духовно. Я убежден, что Одессе нужен такой мэр, как Сергей Ківалов. Проректор Міжнародного гуманітарного університету з научно-медичної роботи В'ячеслав Полясний вважає, що відкриття приймальної в Приморському районі ще більше налаштує контакт з місцевими жителями. Відтепер вони зможуть записатися на отримання безоплатної медичної допомоги та здати тест на наявність антитіл до коронавірусу безпосередньо в своєму районі. Також Центр протидії та боротьби з коронавірусом здійснює безкоштовне лікування лікарів, які захворіли на COVID-19 в той час, коли держава не може знайти вихід з ситуації.
сожалению, сегодня здравоохранение не справляет, города не справляется с теми вызовами, которые сегодня есть. И мы видим, что сегодня при таких больших бюджетных затратах более 2,5 миллиардов денег на здравоохранение бесплатно получить квалифицированную медицинскую помощь невозможно. Сегодня Центр противодействия коронавирусу обеспечивает бесплатное лечение тех медицинских работников, которые заразились на работе и нуждаются в медицинской помощи. Я считаю, что если бы было таких центров во всем городе, во всей области, в каждом районе, то, наверное, эпидситуация в нашей области не была бы такая критическая. Також попитом серед одеситів користується такий соціальний проєкт, як безкоштовна юридична допомога, зазначає представник Української морської партії Євгеній Хіжняк. Клініка працює вже понад 22 роки та допомагає одеситам у вирішенні юридичних проблем. Найбільше звернень пов'язане з цивільним та господарським правом. В останній час катастрофа з історичним фондом Одеси. Міська влада не прикладає жодних зусиль, щоб привести будівлі у гарний стан. Люди живуть у руїнах та самостійно підтримують свої домівки. Очень сложно и больно смотреть на то, во что превратила городская власть сегодня центр Одессы. Заходя в каждый двор, ты видишь руины. Более 30 лет никто ничего не делал. Вот с закрытыми глазами можешь в любой двор зайти и с уверенностью сказать, что здесь проблема. Течет крыша, гнилые коммуникации. Обваливается фасад. Это сплошь и рядом. И я уверен в своем убеждении, что городская власть делает все для того, чтобы старый фонд, исторический фонд, был уничтожен и на месте исторических домов, которые в скором будущем, если ничего не делать, развалятся, построить новые бизнес-центры. Сегодня задача морской партии – зайти в городской совет и не просто навести порядок, а привести жилой фонд, прежде всего, жилой фонд центра Одессы и Молдаванки в надлежащий вид. Партія набирає популярності серед всіх активних жителів нашого міста, які втомилися від бездіяльності влади та хочуть бачити своє місто процвітаючим. Это сильная партия во главе с сильным лидером. Мы хотим возобновить наш город, мы хотим поддерживать наш город, мы хотим, чтобы наш город был чище, лучше, и мы все делаем для этого. И не в зависимости от выборов, мы делаем это уже на протяжении многих лет. Вже у перший день роботи приймальної сюди завітали жителі Приморського району, щоб познайомитися з членами команди, розповісти проблеми та висловити свою прихильність та підтримку лідеру Української морської партії Сергію Ківалову. Ківалов Сергій Васильович, він дуже хороший, у нього все дуже хороше. Ми одесити дуже його любимо, розумієте? И ценим его. Мы поддерживаем на мэра. Мы только хотим, вот все собрались, и все вот кто мы. Самое мы хотим мэра только Кивалова. Только Кивалова. Мы поддерживаем Кивалова Сергея, мэра города Одессы. Потому что он честный, порядочный человек. Одессит. Желаем ему победы в этой сложной борьбе. А то, что он делает для города и для нас, для одесситов, это вообще замечательно. И танцы для взрослых, для пожилых людей. И бесплатное протезирование зубов. А вот эту школу, что они построили, это вообще супер, это гордость. Это по всей Украине, это по всему миру то, что он делает. Как можно не ценить такого человека? Вже традиційно урочистий захід супроводжувався дитячою виставою. Веселі конкурси, захоплюючі аніматори, улюблені дітьми частування. Свято пройшло на славу. Приймальні Української морської партії сьогодні відкриваються в усіх районах міста. Одеситів закликають приєднуватись до лав партії та пропонувати своїх кандидатів депутати районних рад, міської та обласної ради.